Всем привет, друзья! Перед вами две баночки замечательного джема, красивого апельсинового джема. Я готовила сегодня апельсиновый напиток. Оставшийся жмых я сварила, приготовила джем. Итак, у меня килограмм жмыха было. Засыпала я килограммом сахара. Тщательно перемешала все. Все ингредиенты смешала и дала постоять минут 30, может, у меня постояло. Затем я перелила в металлическую посуду и в три этапа доводила до кипения. На слабом огне сперва растворился сахар, остатки сахара. Закипит минутку, выключу, подостынет, еще раз включу. И так в три этапа я доводила до кипения джем. И вот такой джем, прекрасный, янтарный, красивый, у меня получился. Ровно две баночки вышло. Быстро, вкусно и пригодится для кулинарных изделий. Пироги, булочки, круассаны будут отменные. Так что готовьте апельсиновый напиток и готовьте джем. Всем пока! Ставьте лайки, если вам понравилось.